Всем привет! Меня зовут Анна, я работаю в Skyeng, и это действительно круто. В жизни столько всего интересного, и это очень печально, когда тебе 23 года, а ты почти все свое время проводишь на работе. Поэтому с самого начала, когда я закончила университет, я думала о том, как совместить две важных для себя вещи. Это преподавание английского и личную жизнь. Поэтому, когда я узнала о Skyeng и о том, что все преподаватели работают там удаленно, я поняла, что это то, что мне нужно. Сначала для меня это было больше как подработка, потому что основной мой график был уже занят моими учениками, и я не хотела ничего менять. Но полгода тому назад я решила переехать из своего города Воронежа в Москву. И тогда все мои воронежские ученики сказали: «Пока! Мы не хотим переходить в Skype, мы остаемся здесь и ищем себе новых преподавателей». Поэтому на тот момент Skyeng меня действительно спас. И сейчас я уже работаю full-time чисто в школе Skyeng. Я занимаюсь с детьми, а также готовлю ребят к ЕГЭ. В школе все организовано очень удобно. Мне не нужно покупать учебники, все необходимые материалы есть уже на платформе Vimbox. Я также не ломаю себе голову, где мне найти дополнительные источники информации. Они тоже есть на платформе. Помимо работы у меня еще есть и учеба. Я учусь на телеведущую в Высшей школе кино и телевидения Останкино. Поэтому работы много, съемок много, и я очень счастлива, что мне не приходится подстраиваться под рабочий график, который придумал кто-то еще. Я сама открываю себе свободные часы, сама выбираю, когда я хочу работать, когда я не хочу работать. Поэтому у меня есть время не только для учебы, но и для встречи с друзьями. В итоге я успеваю все. У меня активная, насыщенная жизнь, уникальный опыт преподавания онлайн и интересные ученики. Единственное, чего у меня нет, это бумажной работы, отчетов и строгих комиссий. И я совершенно не расстраиваюсь. В общем, если вы хотите, чтобы ваша работа была интересной, если вы хотите сами управлять своей жизнью, то вам в Skyeng. Такого уникального опыта вы не получите больше нигде.